Люберецкий экстремал Сергей Агаджанян в День города планирует установить новый рекорд России. За неделю до силового испытания спортсмен прошел диспансеризацию. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам обследовался в Центральном парке. Каждую субботу с 10 до 14 часов здесь работает выездная бригада врачей Люберецкой областной больницы. Сергею Агаджаняну сделали ЭКГ, взяли анализ крови, проверили антропометрические данные, измерили внутриглазное и артериальное давление. У меня, как у общественника, жизнь очень насыщенная. И, конечно, очень трудно подобрать время для планового обследования. В данном случае удобная опция, когда приходишь в парк и сразу проходишь быстро необходимые исследования своего организма. И знаешь на текущий момент, какие необходимо, скажем, принять процедуры и уделить внимание при подготовке к сложным мероприятиям, рекордам. Очередной рекорд «Русский Халк» посвятит 400-летию Люберец. 2 сентября в парке Наташинские пруды экстремал за 400 секунд попытаются надуть до разрыва более 7 медицинских грелок и скрутить в трубочку не менее 7 сковородок.